2 февраля в Москве в Музее Победы состоялся 4-й всероссийский чемпионат по ментальной арифметике ЮСИМОС. За звание лучших боролись более 500 детей из 30 регионов страны. В их числе 24 студента школы ЮСИМОС города Хасавюрт. Участникам соревнования предстояло за 8 минут решить до 200 примеров различной сложности. Приготовились. 31 минус 20 плюс 67 24 58. 160. Правильно. Приготовились. 71 минус 19 плюс 70 22 78. 222. Приготовились. 39 плюс 25 минус 52 плюс 67 48. 127. 45 плюс 6 57. 60. Правильно. Приготовились. 42 плюс 8, 9, 1. 60. Правильно. Приготовились. 48, 8, 3, 4. 63. Приготовились. 43, 8, 9, плюс 18. 78. Правильно. Приготовились. Участие в соревнованиях приняли дети в возрасте от 5 до 13 лет. Несмотря на свой юный возраст, участники показали свое умение производить арифметические действия с большими числами за считанные секунды. Тем самым завоевали 17 призовых мест, рассказывает администратор школы ЮСИМОС Хасавюрта Бариат Уракова. Первые места, вторые, третьи. Волновались, конечно, очень. Вначале думали хотя бы несколько мест. Потом начали потихоньку приглашать. Первое место, второе, третье. Мы как радовались, чуть ли не до потолка прыгали. А когда еще там уже начали 10, 11, я уже потеряла счет. Я уже перестала считать от радости. Другие считали, а я перестала считать это все. И что хочу сказать, все дети умные. Наши дагестанские дети в том числе. Спасибо большое нашим детям, спасибо большое их родителям, которые их поддерживают, которые их возят на эти соревнования. Обращаясь к воспитанникам школы ЮСИМОС, педагог-психолог Людмила Аслудинова отмечает, что для победы нужна не просто ловкость и точность, важно обладать сильным характером и железными нервами. Любые состязания – это стресс для неокрепшей детской психики. Даже если на занятиях все получается легко, на соревнованиях можно впасть в настоящий ступор из-за страха. Избежать такой ситуации поможет правильная психологическая подготовка ребенка. Главное – не дать перенервничать и замотивировать на отличный результат, утверждает Слудинова. Помните? Да. И помните, я вам сказала, ваши волнения вам не помогут, только будут мешать. И мы с вами провели небольшое упражнение, да? Вот. Я очень рада, что если кому-то помогло, и еще рада, увидев вот столько наград ваших, это говорит, знаете о чем? 18-й год, прошлый год, был, наверное, очень немножко тяжелым, но были радости и были тревоги, наверное, да? Вот. Эти тревоги, наверное, у вас объединились с вашими желаниями, с вашими возможностями. Поэтому вы и пришли с победой. Молодцы, ребята. Я рада за то, что вы не потеряли свое имя, за то, что вы с достоинством выступили. Получили награды, пришли с победой. Как отмечают студенты школы ментальной арифметики, впечатлений от участия в соревнованиях много, и все они положительные. Соревнования позволяют не только проверить себя и свои знания, но и найти новых друзей, получить массу хороших эмоций, делятся победители чемпионата. Давай. Меня зовут Ухумаев Адам, я был в Москве. На 4-х всероссийских соревнованиях ЮСИМОС я занял 2-е место. Я очень волновался. Когда я маме сказала, что мне там было очень скучно, она мне потом отвела в такой город профессии, и мне очень понравилось там. Там можно было, например, работу делать и там зарабатывать. Если пойдешь на фабрику Kinder, тебе дадут Kinder. Если пойдешь в Литуань и сделаешь свой аромат, тебе дадут его. Я заработал 211 рублей. Для меня это не первые соревнования. Я, если так считать, они 5-е для меня. И я приехала с Москвы с местом, с 3-м местом.
На самом-то деле там было нелегко, так как участвовало более 500 человек. И я волновалась, но если бы я даже ничего не заняла бы, для меня бы это все равно была бы честь, то, что я участвовала в таких соревнованиях по всей России. Там приезжали дети. И на самом-то деле там они были все молодцы. Все молодцы, то, что они участвовали в таких соревнованиях, то, что они такие сильные. Меня зовут Абдугасанова Патимат, мне 10 лет. Я участвовала в четвертых всероссийских соревнованиях. Я выиграла 3-е место. Ну, были волнения. Мы участвовали это в Музее Победы. Пока проверяли, мы гуляли. Например, мы там играли, смотрели музей. ЮСИМОС – это программа развития умственных способностей детей, основанная на системе устного счета, которая стартовала в Азии в 1993 году. В России работает с 2014 года и является первой и лидирующей программой ментальной арифметики страны. С момента открытия ЮСИМОС в городе Хасавюрт студенты школы ментальной арифметики успели принять участие практически во всех соревнованиях, проводимых на территории страны, и завоевать не одну десятку призовых мест.